Игорь Соколов, Женкову, лучшее агентство. Ну так, Игорь, давайте я от вас постановку жду. Да, мы будущее месторождение, что это нас интересует, что это, в общем-то, даст в первую очередь республике Коми. Муниципалитетом, республике, стране. Ну, в первую очередь республики. Понятно, что еще. Основной вопрос. Основной вопрос, да. Хорошо, ну, мотор и, кто командует. Что сдерживает реализацию проекта сейчас? Да, и может как, быть, как, это, какая-то... Может быть, нет, это некорректный вопрос, нас ничего не сдерживает, мы о нем в плане вот так это сказать. Хорошо. И какое может быть вот в проекте взаимодействие с государством, ну, с республикой Коми? Хорошо. В чем необходима их наша помощь? Республика. Ребят, мы работаем, да? Да. А для начала, нам, пожалуйста, для наших тренировальщиков фамилию, имущество Алексей Алексеевич и должность. Новиков Алексей Алексеевич, первый заместитель председателя комиссии Российского союза промышленных предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, руководитель группы компаний «Руститан». Алексей Алексеевич, расскажите, да, о будущем месторождении, что даст проект республики, муниципалитета в стране? Коллеги, ну первое, что хотелось бы отметить, сегодня прошло уникальное мероприятие в жизни Российского союза промышленных предпринимателей. Впервые в истории состоялось совмещенное мероприятие комиссии РСПП с региональным отделением РСПП. Повестка была насыщенной, вы все сегодня видели, тема нашего заседания была посвящена реализации стратегии развития арктической зоны Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Ровно год назад президент подписал указ об утверждении стратегии, и вот спустя год мы посчитали необходимым проинформировать общественность, Республику Коми, Государственный совет Республики Коми, также всех заинтересованных лиц о тех мероприятиях, которые реализуются в рамках этой стратегии в Республике Коми и в Ненецком автономном округе. О чем идет речь? Это три крупных инфраструктурных проекта. Освоение Пижемского месторождения, на базе которого реализуется создание национального горно-промышленного кластера. Это строительство железной дороги Сосногорск-Индиго, который проходит непосредственно через территорию Пижемского месторождения, и строительство глубоководного морского незамерзающего порта Индиго. Все эти три проекта, это мегапроекты, все три, образуют единую, интегрированную, концептуальную стратегию развития Севера России, потому что они все увязаны в одну составляющую. У нас единый финансовый консультант, который сегодня выступал, это группа В. У нас единые принципы, единые подходы и полное согласование действий, хотя три проекта все имеют разных собственников. Само Пижемское месторождение, как вы знаете, было выявлено в 60-х годах. После этого на территории рудопроявления проходило много работ, но основной современный этап развития Пижемского месторождения связан с «Руститан», который в 2006 году приступил непосредственно к реализации проекта. За это время мы провели комплексные геолого-разведочные работы. Мы разработали технологии обогащения руд, что до нас никто не делал, а это является основой для постановки месторождения на баланс. То есть ресурсы могут быть, руда, полезные ископаемые могут быть, но если нет технологии, то никогда эти ресурсы не ставят на баланс, и их нельзя промышленно отрабатывать. Мы это сделали. Мы месторождение поставили на государственный баланс, защитили запасы. На сегодняшний день это самое крупное месторождение не только в России, я подчеркну, но и в мире, с оцененными ресурсами и запасами более 2,5 миллиардов тонн титановых руд, а также более 2 миллиардов тонн стекольных чистых кварцевых песков. Фактически это месторождение комплексное. Мы не можем говорить только о титане. Это стекольные кварцевые пески, это титан, это циркон, это железо, это редкоземельные элементы и металлы, это золото, это алмазы. Перспективы очень большие. Группа компаний «Руститан» штатно-планово работает в соответствии с утвержденным планом Роснедрами, что у нас отображено в лицензии. Мы строго в срок вышли на защиту запасов геолого-разведочных работ в 2020 году, успешно прошли эту стадию. И в феврале 2021 года «Руститан» получила свидетельство о факте первооткрытия Пижемского месторождения. Фактически группа компаний «Руститан» – это родитель Пижемского месторождения. Мы в этом году формируем список первооткрывателей, лиц, кто свою жизнь отдал работе на Пижемском месторождении, вложил свои силы, знания, опыт, результатом чего мы смогли добиться защиты запасов. Все эти лица, заслуженные геологи, будут представлены к ведомственным и государственным наградам, о чем дополнительно вы узнаете, мы вас проинформируем.
Кратко хотел бы остановиться на формировании национального горно-промышленного кластера. Для республики Коми это особый знаковый проект. Это не только Пижинское месторождение. В контуре национального горно-промышленного кластера будет рассматриваться разработка совместно Ярикского месторождения по титановым рудам, потому что у нас единая технологическая цепочка увеличения руд в освоении и Пижинского, и Ярикского. Освоение Бельгопского месторождения, это известняка, освоение Сереговского месторождения, каменной соли. На базе Бельговского и Сереговского месторождения группа компаний «Роститан» будет проектировать химический комплекс по производству собственных реагентов. Речь идет о соляной кислоте, извести, хлоре и других компонентов, которые необходимы в технологическом цикле переработки титановых руд. Поэтому это тоже точки роста. Если говорить в целом о республике Коми, то помимо Усть-Илимского района, Ухты, Сосногорска, это, безусловно, будет вовлекаться территории муниципальных образований районов Инта, Усинск, Воркута, Троицко-Печерск. То есть мы говорим практически о всей территории республики Коми. Все это потенциальный контур национального горно-промышленного кластера. Такие проекты создаются, мы сразу отмечаем, десятилетием. Это проекты не одного дня, это проекты не года. Но и они работают на столетие, практически навсегда. Мы вклад сделали, мы положили, заложили первый кирпич, и дальше мы будем эту работу продолжать с нашими, со всеми партнерами, заинтересованными странами. Мы в активной работе находимся с правительством Республики Коми. Вы понимаете, что 15 лет работы интенсивной на территории республики просто нас обязывало работать с властью. Мы успешно работали с региональной властью в течение всех этих 15 лет. Результатом было полное продвижение проекта, и проект на сегодняшний день уже конкретно получил защиту запасов, подтвердил свою полную состоятельность. Мы также сегодня находимся в тесном контакте с руководством республики. Вы сегодня все видели. Эту работу мы будем продолжать, усиливать. При необходимости и на определенных стадиях мы также будем проводить общественные слушания, которые мы 3 раза по проекту проходили. А сегодня мы рассказывали, какие этапы проходили общественные слушания. И в дальнейшем эта работа будет также продолжаться. Российский союз промышленников и предпринимателей – это очень серьезная лоббистская структура бизнеса, защищает интересы бизнес-сообщества, возглавляет Шохин Александр Николаевич. У нас в РСПП создано несколько серьезных комиссий, комитетов, которые в сфере конкретно горно-рудной промышленности, недропользования, оборонно-промышленного комплекса, транспортной логистики, которую мы объединили, и они также будут помощниками во всех тех начинаниях, о которых мы сегодня говорили. Мы смогли на площадке РСПП собрать заинтересованные бизнес-сообщества, это крупные организации, о которых сегодня шла речь с реализацией их проекта. В первую очередь хотелось бы отметить инфраструктурную компанию «Айон», возглавляемую Романом Викторовичем Драценко. Компания известная, она не требует представления, ребята профессионально занимаются подготовкой территории в НАУ под строительство глубоководного порта «Интига». Сейчас идут предпроектные изыскания. Мы совместно с «Айоном», «Рус-Титан» сейчас делаем предпроектную документацию на железную дорогу Сосногорска-Интига. Также сегодня мы показали нашего партнера группу компаний «Основы». Это нерудные материалы, песок, щебень, все, что необходимо для строительства инфраструктурных проектов. Финансовым консультантом нашей компании выступает ВЭП, как я сказал, непосредственно занимается организацией проектного финансирования. Есть уже хорошие достигнутые результаты по организации определенного объема инвестиций, которые в свое время, в определенный час будут раскрываться и будут позволять двигаться вперед устойчиво, без каких-либо остановок, в интересах социально-экономического развития Республики Коми. Спасибо. Можно вот одно уточнение. Понятно, что это будут налоги в республику, рабочие места в республике. Какие-то цифры мы можем оптимистичные, реальные? Да, мы можем сказать, что наш проект освоения Пижинского месторождения даст более 1000 рабочих мест, а при создании полного комплекса предприятий, о которых сегодня мы говорили на заседании, это будет более 2000 рабочих мест. Безусловно, жители Республики Коми будут в приоритете, это понятно, даже не требует никакого обсуждения. На территории Республики есть замечательные учебные заведения, где могут проходить подготовку выпускники школ, переподготовку уже рабочие, получать хорошие правильные специальности. В взаимодействии с нами вузы будут этим заниматься. Будет возможность получить образование, непосредственно принять участие в работе на наших инфраструктурных площадках. А по налогам это сколько примерно может быть? Каких
Значит, значит, есть разные уровни налогов. Мы говорим о том, что реализация горнорудного проекта в первую очередь это такие налоги, как налог на добычу полезных ископаемых. Это, безусловно, земельный налог, транспортный налог, налоги на доходы физических лиц. Но в совокупности бюджетная эффективность проекта более 200 миллиардов рублей. Спасибо большое. Спасибо. Кирилл Викторович, как вы будете участвовать или планируете участвовать вот в реализации проекта по освоению Пиреевского месторождения и строительству дороги? Наша компания, группа компаний «Геоскан» будет выполнять РФТ-съемочные работы, инженерные геодезические изыскания с применением беспилотных летательных аппаратов. Мы будем выполнять воздушное, лазерное сканирование, аэрофотосъемку. Будем делать геодезическую подоснову. Насколько ваши технологии уникальны и почему именно, вот, именно их будете применять? Уникальны наши технологии тем, то, что они дешевле, быстрее, качественнее и надежнее, чем основные методы. И итогом вашей работы что будет? Итогом нашей работы будут полноценные инженерные изыскания для строительства железной дороги в Сосногорском дебре. Это получается какие-то карты или... Это будут топографические планы крупных масштабов. Спасибо. Михаил Юрьевич, как на ваш взгляд изменится мировой расклад перевозки грузов после строительства порта Индиго и железной дороги к нему? Изменится кардинально. Из-за того, что общее... грузопоток, который будет проходить через порт Индиго, включая и морскую составляющую, и подвоз железной дороги, мы рассчитываем где-то грубо на 80 миллионов тонн в год. То есть вы можете себе представить, например, грузопоток Суэцкого канала за год 20-го отчетности было 33 миллиона тонн груза, что составляет приблизительно 12% мирового оборота. А мы говорим о том, что когда это все запустится в полную силу, Индика будет переваливать порядка 80 миллионов. То есть цифра говорит сама за себя. Это будущее края, это будущее людей, это рабочие места, это социальная база. Это все то, что вдохнет новую жизнь в регионы и ближайшие территории от этой железной дороги. Вот я так вижу. Ну, 80-100 миллионов тонн в год – это какие-то фантастические цифры. Вот сегодня, да. Сегодня это звучит фантастически. Да. А временные перспективы, когда это? В моем представлении это временной горизонт 10-15 лет приблизительно. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, и желаю всем успехов проекту, людям, которые будут его реализовывать, республике, Ненецкому автономному округу и всем тем, которые будут участвовать в этом проекте. Спасибо. Российского союза промышленников предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу совместно с заседанием членов Комисоюза промышленников предпринимателей. Слово предоставляется для приветствия председателю комиссии Российского союза промышленников предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, члену управления РСПП, президенту группы компании «Рус-Титан» Ткачуку Анатолию Николаевичу. Уважаемые коллеги, разрешите поприветствовать всех участников сегодняшнего выездного заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу. Тема заседания и вопросы вам известны. Хотел бы подчеркнуть, что участниками данного заседания являются члены и эксперты нашей комиссии, руководство РСПП и Комсоюза промышленников и предпринимателей, члены Совета Федерации от Республики Коми, представители региональных и федеральных... крупных ведущих российских банков, профильных институтов российских как заинтересованных ведомств и структур, включая... Федеральную службу исполнения наказания, развития нашего государства. Вы хорошо знаете, что в октябре прошлого базом президента
России была утверждена стратегия развития Арктики и национальной безопасности до 2035 года. В рамках реализации указанной стратегии РСПСР активно включился в работу по оказанию помощи бизнесу и власти в решении этих непростых задач. Всем вам понятно, что эта совместная работа будет успешной и усиливать обороноспособность и безопасность нашей страны. Учитывая стратегическую важность данного вопроса, комиссия СПП по ОПК выделила это направление своей работы в главный приоритет. Практически на второе этого года на съезде РСПП, который будет проходить в Кремле с участием России, эта тема озвучена. Ясно, что указанная стратегия развития Арктики охватывает много субъектов Российской Федерации. Мы начинаем с Республики Коми и Ненецкого округа, а также Архангельской области. Эти субъекты и находящиеся на их территориях важнейшие инфраструктуры, сырьевые проекты отдельно отражены в указе президента по Арктике. Ясно, что для решения этих стратегических задач требуются своевременные законодательные, правовые, нормативные поправки, координация работы с парламентом и правительством России, а также с региональными органами. Совместно мы как раз проводим в Совете Федерации Республики Коми. И как раз еще раз подчеркиваю наше уже прямое взаимодействие с законодательной властью. Заседание комиссии сегодня будет проводить первый заместитель председателя комиссии Новик Алексей Алексеевич. Надеюсь, что оно пройдет с активным вашим участием, что позволит нам лучше оценить дальнейшие шаги и подготовить соответствующие материалы президентов, правительства. Заранее благодарен, большое спасибо. Успешно всем работы. Анатолий Николаевич, спасибо за напутствие. Коллеги, вначале кратко регламент. У нас на повестке 9 докладов. В связи с этим каждый выступающий должен ориентироваться по докладу 7-10 минут максимум. Значит, вопросы по докладам должны готовиться участниками, непосредственно находящимися в зале, а также участниками, кто находится у нас на ВКС, в процессе выступлений, и все вопросы должны направляться ответственному секретарю Красникову Виталию, вот он в зале находится, он их будет принимать, и после докладов мы приступим к обсуждению вопросов. Вопросы должны быть в письменном виде, сформулированы на бумажке, поступить к Красникову Виталию. Выступающие все выходят к центральной трибуне и свой доклад делают с помощью презентации на аудиторию. Первый доклад по повестке. Выступающий Новиков Алексей Алексеевич. Создание и развитие вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса, предназначенного для переработки титановых руд и кварцевых стекольных песков Пижинского месторождения. Уважаемые коллеги, группа компаний «Русские титановые ресурсы» 15 лет является активным помощником, участником бизнес-процессов и недропользователем в Республике Коми. Группа компаний «Роститан» за указанный период времени подготовила к промышленной эксплуатации комплексное Пижинское месторождение, которое является крупнейшим в мире по ресурсам титанового и кварцевого сырья. Основные сведения о группе компаний и месторождения. «Рус-Титан» – единственный недропользователь на Пижинском месторождении. Лицензия получена 27 января 2011 года. Лицензионная площадь участка недр – 35 квадратных километров.
Месторождение расположено на территории Среднего Тимана. Как сказано выше, является крупнейшим месторождением титана и кварца в мире. Месторождение содержит попутные ископаемые – циркон, железо, редкоземельные металлы, а также проявления золота и алмазов. Месторождение предусматривает открытый способ добычи – карьер. Пижемское рудопроявление впервые было обнаружено в 1960 году. За это время было проведено более 45 работ и подготовлено фондовых отчетов об изучении месторождения. Опубликовано более 50 научных статей и изданий. На сегодняшний день Пижемское месторождение является в Республике Коми будущим драйвом для развития горно-рудной промышленности. Запасы, утвержденные Государственной комиссией по запасам по итогу проведения геолого-разведочных работ, составляют на участке подсчета запасов 12 квадратных километров 300 миллионов тонн титановой руды при бортовом содержании 3% диоксида титана в руде, 500 тысяч тонн диоксида циркона, 6,5 миллионов тонн оксида железа, диоксида титана 12 миллионов 800 тысяч тонн. Оценены прогнозные ресурсы на оставшейся части лицензионного участка, которые составляют площадь подсчета ресурсов 22 квадратных километров, титановые руды 1 миллиард тонн при бортовом содержании 3% диоксида титана в руде, диоксида титана 42 миллиона 800 тысяч тонн, диоксида циркона 684 тысячи тонн, оксида железа 111 миллионов тонн, ресурсы стекольных песчаников почти 2 миллиарда тонн, среднее содержание более 95% оксида кварца в породе. В течение 15 лет группа компаний «Рус-Титан», активно работая в Республике Коми, наладила работу с властью, с общественностью, с бизнес-сообществом. С 2006 года по 2007 год группа компаний «Рус-Титан» собирала фондовые отчеты, анализировала, что стало основой для начала лицензирования впервые Пижемского месторождения на современном этапе его развития. В 2007 году была получена первая лицензия, на которой группа компаний «Рус-Титан» выполнила первые геолого-разведочные работы, подтвердила всю фондовую отчетность, отобрала крупнообъемную пробу, привезла в Москву и сделала технологические исследования по обогатимости руд. Исследования прошли успешно, проводил «Росатом» Геритмет. Эта работа, в свою очередь, позволила группе компаний «Рус-Титан» приступить к наиважнейшему шагу к лицензированию всего Пижемского месторождения. В 2011 году, в январе, группа компаний «Рус-Титан» выиграла аукцион и получила лицензию основную на Пижемское месторождение площадью 35 квадратных километров, предусматривающую геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых. В 2015 году группа компаний «Рус-Титан» успешно прошла процедуру разовой актуализации лицензии, что позволило по-новому посмотреть на юридическую составляющую освоения всех полезных ископаемых на лицензионном участке. В течение 2015-2019 года группа компаний «Рус-Титан» совместно с Российской академией наук, ведущие институты ИГЕМРАН и МЕТРАН отрабатывала технологию обогащения руд, итогом которой стала разработка инновационной технологии обогащения титановых руд и получения из руд высокосортных товарных продуктов. По итогам выполненных работ в 2020 году группа компаний «Рус-Титан» успешно прошла процедуру защиты полезных ископаемых Государственной комиссии по запасам. На сегодняшний день группа компаний «Рус-Титан» выполнила проект на разведочную стадию работ и опытно-промышленную разработку месторождения.
Сейчас мы проходим государственную геологическую экспертизу, и со следующего года начнется реализация данного проекта. 23-27 год запланированы работы на условиях EPC-контракта по проектированию предприятий инфраструктуры, ее строительству и пуску наладки производства. Начиная с 28 года Пижинское месторождение будет вовлечено в промышленную разработку. Что хотелось бы отметить, что на этапе 15-летней работы группа компаний «Руститан» три раза проходила комплексные общественные слушания. Первые общественные слушания проходили в 2007-2008 году, когда стоял вопрос изменения границ регионального заказника «Пижинский» для освобождения территории Пижинского месторождения для последующего лицензирования. Данная работа активно проводилась с Коми-научным центром, с Институтом биологии, с общественностью, с муниципальными образованиями, а также с правительством Республики Коми, итогом которой было постановление правительства Республики об уточнении границ заказника, вывода перспективной территории из границ заказника для последующего лицензирования. Вторые общественные слушания «Руститан» успешно провело после получения лицензии в 2011 году. В 2012 году на территории Пижинского месторождения приезжала общественность Усть-Илимского района совместно с главой муниципального образования Усть-Илимский район, на то время который возглавлял Поздеев Алексей Николаевич. Эти слушания прошли успешно, район полностью поддержал проведение геолого-разведочных работ, и с этого момента, с 2012 года, эти работы активно по 2015 год проводились на территории месторождения. Третье общественное слушание, что является наиболее важным, комплексные, проходили в период 2014-2015 года, когда сельское поселение Замежное в границах Усть-Илимского района утверждало генеральный план развития поселения. Генеральный план развития был успешно в каждом населенном пункте поселения Замежное принят. Мы собрали 100% положительных голосов, и тем самым по итогу был принят и утвержден депутатами поселения генеральный план развития сельского поселения Замежное с учетом строительства горнодобывающего комплекса на территории месторождения, а также создания населенного пункта городского типа Умба для работников горнодобывающего предприятия. В период работы нас на месторождении в 2014 году группа компаний «Руститан» проходила комплексную проверку управления Росприроднадзора по Республике Коми, по итогам которой Росприроднадзор подтвердил отсутствие замечаний хода выполнения геолого-разведочных работ, а также отсутствие нарушений природоохранного законодательства. Данные результаты работ легли в основу прохождения процедуры разовой актуализации лицензии. Как вы знаете, при наличии замечаний пройти разовую актуализацию лицензии невозможно. Вашему вниманию представляется структурная схема производственная группы компаний «Руститан» на территории Республики Коми. Верхний кубик – горная площадка, это Пижинское месторождение, горнодобывающее предприятие и усреднительный склад, который будет непосредственно на месторождении в муниципальном районе Усть-Илимский. Вторая площадка промышленная, она будет находиться у нас территориально Ухта-Сосногорск, это горно-металлургический комплекс, который будет состоять из обогатительного комбината и химического комбината по переработке титановых руд. Связывая две площадки, будет часть проектируемой трассы Сосногорск-Индиго, расстояние которой 175 километров, с двумя складами сырья на территории месторождения и на территории горно-металлургической площадки. Дальше продукция с химического комбината и с обогатительного комплекса будет поступать транспортным партнерам-операторам группы компаний «Руститан», и в дальнейшем через трассу Сосногорск-Индиго и морской порт Индиго, а также традиционными способами доставки в центральную часть России будет поступать конечным потребителям.
Основные продукты обогащения на обогатительном комбинате. Титановые руды позволяют получать нам высококачественный концентрат рутила, псевдорутила, циркона. Попутно мы получаем волостонит, это синтетический гольчатый волостонит, стекольные пески и оксид железа. Это продукты обогащения, они уже являются товарными продуктами и могут отгружаться потребителям, либо перерабатываться дальше на химическом комбинате, который мы также проектируем. Продукты химико-металлургического комбината. Титановые концентраты успешно будут переработаны в титановую губку, металлический титан, в пигментный диоксид титана. Также попутно мы получаем синтетический гольчатый волостонит методом твердофазного спекания, стекольные пески, концентраты редкоземельных металлов, оксид железа, хлорид железа, оксид ванадия. Вот это уже конечные продукты, на которые у нас сегодня есть потребители. И можно смело говорить о том, что объем потребления, который у нас в Рус-Титане есть, он превышает пока наши расчетные мощности проектируемого предприятия. То есть можно говорить уже о расширении перерабатываемой продукции. Краткие экономические показатели проекта. Добыча и переработка титановой руды в год 5 миллионов тонн руды. При обогащении 5 миллионов тонн руды мы получаем 125 тысяч тонн в год рутилового концентрата, 90 тысяч тонн псевдорутилового концентрата. Эти 215 тысяч тонн концентратов мы в дальнейшем перерабатываем на химико-металлургическом комплексе, из которых получаем 140 тысяч тонн пигментного диоксида титана, 10 тысяч тонн титановой губки. Попутно мы получаем игольчатый искусственный волостонит, 1 миллион тонн в год, циркон 1500 тонн в год, оксид железа 110 тысяч тонн в год, кварцевых песков 1 миллион тонн, и концентратов редкоземельных металлов 7 тысяч тонн. Рентабельность проекта по разработанной технологии Института металлургии и материаловедения составляет порядка 50%. Капитальные затраты оцениваются в производство 130 миллиардов рублей. Выручка в год предприятия прогнозируется до 70 миллиардов рублей. Обеспеченность запасами, поставленными на баланс горно-металлургического комплекса, на сегодняшний день составляет 65 лет. Обеспеченность ресурсами свыше 500 лет. Оценка ресурсов, подсчитанных в границах лицензионного участка Рус-Титан, составляет свыше 10 триллионов рублей. Какие точки роста основные нашего проекта? Первое. Это крупнейшая в мире минерально-сырьевая база титана и кварца. Второе. Возможность увеличения, кратного увеличения мощности производства. Третье. Создание новых перспективных перерабатывающих производств на базе получаемых продуктов. Четвертое. Объединение всех производств в единый кластер, который мы формируем, и у него есть название «Национальный горно-промышленный кластер». Пятое. Выход на мировые рынки сбыта продукции, на основные мировые рынки, о чем дальше докладчики будут докладывать. Шестое. Это организация крупнейшего в России производства игольчатого волостонита, экологически чистого продукта для всей строительной индустрии. И крайнее, безусловно, мы находимся в стадии изучения проявления ЧТЮ, которое находится в границах нашей лицензионной площади, наличия золота и алмазов. Задача рассмотреть детально, оценить перспективы выхода на коренной источник, так как уже несколько кимберлитовых трубок на месторождении ранее было найдено. Спасибо за внимание. Переходим к следующему докладу. Приглашается